вероятно, кто-то выпивал. Выпивали там рядом дом, там пьющие, видать, или как сказали? Там ни печки, ничего нету там. Да. Отправили мужиков пить, да. Что не пейте нет, дома. Нет, мужа выгонил из дома и пьян, там пьянствовали в этом сарае. Он там жил и пьянствовали. Вот и весь результат. Ну, на момент прибытия на месте находились 8 подразделений, 3 автоцистерны 45-й пожарной части, ДПД, лесхоз, и прибыли подразделения с Белогорского и Луковецкого. Тушение пожара осложнял сильный ветер, порывы до 20-25 метров в секунду, и удаленность подразделений от села Пинега. Причина пожара, по всей видимости, неосторожное обращение с огнем посторонних лиц. Пожар начался с хозпостроек с дальнейшим распространением на жилые дома. Пострадавших нет. В данных жилых домах проживало 32 семьи в количестве 94 человек. Сейчас решается вопрос по их расселению. Я Гагарина 51. У меня напротив дома есть небольшой огород. И я решила, вот премия появилась, я вышла вечером на огород. Пришла домой, вроде так все тихо, спокойно. И потом слышу, что все забегали, закричали. Сосед мне кричит, скорее выбегайте, вы горите. Мы не успели ничего взять. Ничего, ничего, ни документы. Только свой паспорт и дочери, а мужа не успел вообще никаких документов. Потому что было так страшно. Уже огонь рвался, уже во всю квартиру. И мы бежали по лестнице, а к нам навстречу уже жар пламени уже. Мы только спасли себя, успели. С первого, да, это же? Я со второго, да. У меня очень много книг сгорело, я работаю в школе учителя. У меня очень много документов ценных сгорело. Я понимаю, что та беда, которая случилась сегодня с нами, с вами, она касается нас. Это Главное управление Архангельской области, начальник, представители администрации. Да. Все мы видели три дома, 32 квартиры. Конечно. Ребят, давайте мы сейчас с вами будем тогда построим так. Вот кто сейчас, в настоящий момент, будет нуждаться? Давайте по одному отсюда мы встаем и записываем. Мне нужно там
негде жить, имущество полностью сгорело, документов нет, чтобы мы отмечали, хорошо? Надо переехать. Потом здание... Училище. Общежитие. Да, тоже временно. 42 часа принять, разместить. И третье здание, это бывшее школьное здание, кирпичное, им кровати. Мы говорим о временном размещении. У кого на сегодня нет... Девочки, кто работал по этой квартире, запишите. Так, пожалуйста. Так, сразу. Давайте всех успеем. У меня двое детей, мы уже счастливы. Так, тише. Так. Жить пока есть где. И хочу сказать ему, мне, я вот когда трясли, мне нужно было лицо, пожалуйста, чтобы медицина помогла. Потому что, говорят, на Донбассе, сегодня купи, я говорю, у меня даже карточка в банкомате сгорела. Решил. Да, вот. Хорошо. Ну что, будем решать. Вот в этом мы записываем. Вы сейчас еще посмотрите. Так, хорошо. Не будем даже сам. Так, давайте так. Сегодня есть где? Есть у нас на улице Первомайской, 67, вот школа-интернат, это белое здание. Можно будет, если что-то, может быть, переоборудовать его под жилье. И школа, средняя школа, которая находится на Кудрина, 69. Зайдет сюда, посмотрите, все, не ходи, ну, что есть. Посмотрите, возьмете. А где это? Основная проблема у них – то, что есть на них, и больше ничего у них нет. Отсутствие документов, отсутствие карточек – все попало под пожар. Я думаю, что будем помогать. Договорились с домами, с учреждениями. Школа выделила общежитие, и ПУ номер 8 выделили общежитие для расселения погорельцев. Давай, сейчас вот здесь. А сколько семей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, 25, 7, да? Это только первый этаж. Первый этаж, да. Второй не стали снимать. Да, мы пока не... Но у нас еще есть эту комнату займем. И 25. Там, а телевизор-то там есть? Телевизор. Да, Рая, приходите, когда желаете. Все вам дадим. Все, постельное. У нас все принадлежности, все есть. Это семейное, я позвоню. А душевая где? Душевая у нас как бы нет, у нас баня и санитарная комната.